этого ждали, мы точно знаем. Год пролетел стремительно, и медиафорум «Ямалклик» уже во второй раз готов раскачать все медиапространство Нового Уренгоя. Лекции, мастер-классы от известных федеральных актеров и телеведущих. И в этот раз мы услышали ваши многочисленные просьбы. Вы просили площадки, в которых будут задействованы не только юные участники. Пока участники будут обучаться у спикеров, все желающие могут прокачать себя на тренингах. К нам едут крутые коучи из Москвы, специалисты в области нейролингвистического программирования, эксперты в сфере обучения взрослых Наталья Кандаурова и Александр Ляльченко. А теперь подробности. Наталья Кандаурова и Александр Ляльченко – специалисты центра «Армстронг», НЛП-тренеры и эксперты в сфере обучения именно взрослых людей. Среди их направлений работы – управленческое мышление, эффективная коммуникация, клиентоориентированность, продажи, НЛП для бизнеса, публичные выступления, повышение личной эффективности. Работают в сфере коучинга более 5 лет. 22 апреля я приглашаю вас на форум «Ямалклик», на котором мы с вами разберем, как же мы воспринимаем информацию и, самое главное, как подавать эту информацию так, чтобы вас точно поняли и поверили вашим словам. Я приглашаю всех на свой мастер-класс. Я считаю, что это будет очень важный мастер-класс для каждого, кто в каком-то смысле достиг потолка и не понимает, что ему делать дальше. Если вы чувствуете, что у вас есть внутреннее терзание насчет того, как же вам дальше развиваться, что вам делать в этой жизни, в какую сторону посмотреть, то я уверена, что я смогу быть для вас полезной. Набор знаний и базовых компетенций, микс личного опыта и приобретенных скиллов – все это наши эксперты приготовили для вас. Регистрация на медиафорум открывается уже сегодня. Ищите пост со ссылкой в социальных сетях «Импульс Севера». Юлия Шаркова, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера».